Добрый день, я из Москвы. Моему ребенку на сегодняшний день 4,5 года. До года и 2 месяцев мой ребенок развивался абсолютно нормально. Никаких нареканий со стороны педиатров никогда не было. Речи не было, но были слоги, были обращения. В то же время он мог показывать какие-то предметы в книге, животных, знал части тела, цвета. В год и 2 месяца по графику прививок нам был поставлен очередной КДС, и мы уехали на летние каникулы. Через неделю после прививки я стала замечать, что мой ребенок очень изменился. Он стал меньше на нас реагировать, стал уединяться, стал каким-то тихим, безэмоциональным. И хотя, в принципе, на море эмоций это предостаточно. Он стал для нас очень удобным, не требующим никакого внимания. Естественно, с мужем мы очень забеспокоились и вернулись в Москву. Прошли ряд обследований у специалистов и дополнительно свозили его в Германию также на обследование. Через неделю у нас были на руках документы о том, что наш ребенок, в принципе, органически здоров, генетически тоже абсолютно здоров. И единственное, что они поставили нам задержку речевого развития, нарушение эмоционального фона. И по возрасту нам подходили, уже были признаки задержки психоречевого развития. Дали рекомендации о том, что с ребенком нужно больше заниматься, дать его в детский сад, в развивающие центры. Мы, в принципе, этим и занялись, и до сегодняшнего дня это занимаемся. Несомненно, есть, конечно, улучшения, и они очень интересные, на мой взгляд, и все более-менее где-то стабилизируется. Но нам уже скоро 5 лет, а проблемы все равно, по моему мнению, улетучиваются очень медленно. Буквально 3 недели тому назад на просторах интернета я увидела несколько видеороликов, в которых счастливые родители рассказывали о просто волшебных изменениях с ним, с их детьми, причем с их не совсем обычными детьми, и какие изменения происходят с их малышами. Просмотрев множество видеороликов, почитав информацию и посоветовавшись на семейном совете, мы решили также обратиться в этот центр. Центр БР «Давид», Иерусалим.